Здравствуйте, меня зовут Максим. Я директор интернет-магазина компании «Мир музыки». И я хотел бы помочь вам сделать покупку у нас, чтобы она была для вас максимально приятной. Что для этого я хочу вам сказать? Первое. Я хотел бы напомнить, что мы клиентоориентированная сеть магазинов, и что любые проблемы, которые у вас возникают или могут возникнуть при покупке в наших магазинах, вы всегда можете решить не только с нашими высококвалифицированными сотрудниками на месте, но и с руководителями любого магазина, в котором возникла такая ситуация. То есть, если у вас возникла проблема в интернет-магазине, вы можете обратиться напрямую ко мне. Если у вас возникла проблема в любом из наших филиалов, вы можете обратиться к директору этих филиалов, например, в Санкт-Петербурге, в Екатеринбурге, в Москве, в Самаре, в Уфе, где угодно. Вы напрямую можете обратиться к директору. Все телефоны мобильных директоров есть на нашем сайте, и вы всегда можете ими воспользоваться. Второе. Я хотел бы сказать, что мы работаем для вас, и поэтому в настоящий момент сервис при продаже нашего товара для вас уже, можно сказать, максимально удобен. Что мы предоставляем? Помимо высококвалифицированных консультаций на любую тему при подборе оборудования или музыкальных инструментов, мы можем обеспечить бесплатной доставкой по всей территории России нашим товаром. Также у нас действует система дисконтных карт и скидок накопительных по ним. Вы можете купить для удобства подарочный сертификат различного спектра номиналов, чтобы предвосхитить, можно сказать, желание человека, которого вы хотите наградить подарком. Вот. И третье, что бы я хотел сказать. Возможные проблемы, которые или сложности в работе с нами, с которыми вы, может быть, сталкиваетесь, и строгое отношение, конкретная позиция к каким-то вещам вызвана заботой о вас, и чтобы при покупке мы могли вас обезопасить от каких-то возможных неприятных ситуаций. Например, если вы оплачиваете товар по безналу и являетесь либо физическим, либо юридическим лицом, вы, конечно же, хотите, чтобы этот товар не получил никто за вас. И именно поэтому у нас действует правило, что при получении вы должны обладать либо генеральной доверенности от плательщика, либо сами являться плательщиком. Таких ситуаций много, и логичное объяснение. Я прошу, чтобы все-таки вы выслушивали и понимали, что мы, прежде всего, заботимся о вас. Ну и, конечно, хотел бы сказать спасибо вам, что вы выбираете нашу сеть магазинов. Мы работаем для вас и рады, если вы к нам вернетесь снова и снова. Спасибо.